что команды рефери звучат на корейском, их прекрасно понимают все участники. Спорт, культивирующийся почти в 200 странах, равнодушным не оставляет никого. Просто прекрасный вид спорта, особенно для таких начинающих вот этих мальчишек, да и девчонок тоже. Тут не только и все их, но и быстрота, реакция, видимость и прочее, прочее. Это замечательный вид спорта. На два дня Казань стала столицей российского тхэквондо. Такой турнир администрация города проводит уже в третий раз. И в будущем планирует развивать этот вид спорта еще больше. Тхэквондо – это олимпийский вид спорта, медалиемкий вид спорта. И у нас есть здесь перспективы. Астрахань, Саратов, Нижний Новгород, Сызрань, Тольятти. Спортсмены этих и других городов борются за право называться сильнейшими. Но все-таки победа здесь не самое главное. Для нас это не рейтинговый турнир. Мы просто приезжаем набраться опыта. Здесь очень хороший уровень, и нам, как бы, спортсменам полезно. К нам приезжают не просто спортсмены, а разные школы. И для нас это, конечно, большой опыт. Опыт опытом, а уступать не хочет никто. Накал страстей потрясающий. Из-за криков болельщиков порой не слышно судей. Родители молодых спортсменов не находят себе места. Переживаю. Я стараюсь не смотреть бои. Я стараюсь уходить. Нас папа смотрит. Честь Татарстана на турнире защищают только казанские и чистопольские спортсмены. Республиканская федерация тхэквондо, чья база располагается в Набережных Челнах, мероприятие просто проигнорировала. Однако спортивный праздник удался и без них. Роман Королев, Амир Залюшев, телеканал «Татарстан. Новый век».